В сложные моменты, когда мне очень тяжело, я себе говорю: так, стоп, не все так плохо, посмотри на других, посмотри, как они живут. Я включаю телевизор, например, какое-нибудь ток-шоу негативное, и думаю: боже мой, этот того убил, зарезал, боже мой, как все ужасно, значит, у меня не так все плохо. Я начинаю думать о своих детях. Я думаю, я должна им это. Мне нужно заработать, мне нужно сделать какое-то усилие над собой. Я должна быть в форме, потому что я актриса. И поэтому я не должна расслабляться. Я говорю себе: вот посмотри, у других хуже. Ты, многие думают, в полном порядке.